Добрый день, уважаемые жители республики. По данным Министерства здравоохранения, за последние сутки было госпитализировано 42 человека с диагнозом новая коронавирусная инфекция, что составляет 7,6% от общего количества вновь выявленных пациентов. За сутки было выявлено 548 пациентов. Большинство в городе Якутске, 73%, и в районах республики 27%. Что касается лечения, то в стационарных условиях на сегодняшний день получают лечение чуть более 1%. 98,8% получают лечение в условиях амбулаторных. За сутки выздоровело 587 человек. Несмотря на то, что этот штамм является менее агрессивным, тем не менее есть тяжелые пациенты. Тяжелые пациенты, как правило, это невакцинированные, имеющие сопутствующую патологию очень серьезную, или, как говорят медики, очень выраженный коморбидный фон. И, конечно же, уважаемые жители республики, надо будет вакцинироваться. И что касается вакцинации, то на сегодняшний день первым компонентом вакцинировано 657 099 человек. Это составляет 91,6% взрослого населения. Ревакцинирование прошли 175 783 человека, или 70% от числа тех лиц, у кого наступил срок ревакцинации. Несмотря на то, что вот идет полным ходом вакцинальная или прививочная вот эта работа, тем не менее есть районы, где отмечаются низкие темпы ревакцинации. Это Алданск, Верхоянский, Горный, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Среднеколымский и город Якутск. Уважаемые жители республики, мы напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета. Спасибо большое.